Накануне Дня Победы по уже сложившейся традиции был проведен торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны. За праздничным столом собрались те, кто пережил страшные годы войны, кто не понаслышке знает, что такое мужество, героизм и беззаветная любовь к родине. Ветераны Великой Отечественной войны на торжественном приеме вспоминали о былом, о своих погибших товарищах. Ну и, конечно же, принимали слова поздравления и благодарности за такой долгожданный День Великой Победы. В преддверии Дня Великой Победы хочу еще раз вам сказать большое-большое спасибо за то, что вы победили, за то, что мы сегодня живем под мирным небом, растим детей, радуемся жизни, созидаем. Это, конечно, ваша заслуга. Уже 74 года прошло, много уже сделано сегодня нынешним поколением, но основные фундаментальные вещи, конечно, сделаны нашими отцами и дедами, то есть это все сделано вами. Рад вас снова видеть. Дай Бог вам всем здоровья, мира, добра и почаще встречаться. Солдатам Победы вручили памятные подарки. Еще одним подарком для приглашенных стал праздничный концерт, подготовленный славянскими артистами. В этот день исполнялись родные и знакомые всем песни военных лет. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».